начался. И обмен ударами идет. Красный нападает. Синий узбек бежит, уклоняется. И битва взглядов. Ну, синий старается ударить. Не получается. Красный забивает. Но это хочет сделать синий. Красный!
Yoktu, vermiyorum. Gol yoktu. Красный, кашпа! Занимается 10 лет, счет по ям не ведет. Чемпион Азии Ю-22 в городе Ташкент Республики Узбекистан 2022 года тренируется в голове под руководством Курбанова и Галарова. Данным соревнованием готовит Курбанова.
В этом бою с счетом 4-1 победу одержал Абуазиз Абхупатаев.